очень краткое содержание романа «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Если в двух словах, то сюжет романа разворачивается следующим образом. В результате кораблекрушения герой оказывается на необитаемом острове, где обустраивает свой быт. Долгие годы одиночества и безнадежности положения сводят его с ума, и лишь спустя 28 лет он возвращается домой. А теперь немного подробнее. Будучи подростком, Робинзон Крузо сбегает из родительского дома и отправляется в свое первое плавание. Он влюблен в море и намерен стать профессиональным мореплавателем. На его долю выпадает не одно кораблекрушение, плен пиратов, жизнь в экзотических странах. Однако пережитые трудности лишь закаляют характер героя, и он продолжает путешествовать. Однажды судно, на котором плыл Робинзон Крузо, терпит кораблекрушение неподалеку от необитаемого острова. Из всей команды выживших остается лишь герой, который добирается до острова. Он собирает вещи, обломки корабля и обустраивает жилище. Робинзон осваивается на острове, старается сделать свою жизнь максимально комфортной и разнообразной. Попытка покинуть остров на самодельной лодке заканчивается провалом. Спустя четверть века жизни на острове Робинзон впервые встречает живого человека. Это темнокожий дикарь, которого герой спасает от смерти и называет «Пятницей». Его появление вносит радость в одинокую жизнь отшельника. Вскоре друзья становятся свидетелями разбойничьего нападения на корабль. Они помогают капитану вернуть судно. И спустя 28 лет жизни на необитаемом острове Робинзон Крузо возвращается в родную Англию. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.